Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Отец Паисий родился в 1924 году. С самых юных лет вел подвижническую жизнь. В 50-м году стал монахом, подвязался по большей части на Святой Афонской горе. Духовно окормлял тысячи людей, был одним из самых опытных и рассудительных старцев нового времени. Оставил богатое духовное наследие в воспоминаниях, письмах и беседах. Келья Панагуда, где жил отец Паисий. Жарко, больше 40 градусов. Αυτή η σωλήνα που βλέπετε, από εδώ μέσα Раньше через эту трубочку проходила веревочка, которая была прикреплена к колокольчику. Когда за трубочку дергали, приходило движение веревка, звенел колокольчик. Там наверху было устройство, с помощью которого отец Паисий мог поднимать запор калитки. Услышав колокольчик, старец открывал замок, и паломники проходили внутрь двора. Конечно, благой Бог не оставит нас и будет нас защищать. Христианин, когда он находится рядом с Богом, он не испытывает никакой нужды, избегает опасностей. Но главное, он должен иметь веру и понемногу становиться лучше, чтобы благодать Божия была с ним. А если с человеком пребывает благодать Божия, то он уже ничего не боится. На этом месте отец Паисий нас всегда принимал. Он выходил из дома и садился вот здесь, на лавке, а мы здесь, там, вокруг, на этих пеньках. И когда люди внешне видят нас, верующие, как мы делаем какие-то суетные вещи, занимаемся только тем, что исполняем повседневные наши заботы, то они не получают от нас никакой пользы. Что же может принести окружающим пользу? Пользу им может принести только наш пример, наша христианская жизнь. Теперь, хотим мы того или не хотим, мы должны стать лучше, потому что сами события вынуждают нас все более приближаться к Богу, чтобы с нами была божественная сила, которая помогала бы нам противостоять любым трудностям. И, конечно, добрый Бог не оставит. Он окажет нам свое покровительство, говорил старец. Даже если мы получим раны, не нужно терять хладнокровие, но просить помощи Божией и продолжать борьбу. Бог, будучи добр и справедлив, всем нам дал соответствующие дарования. Например, мужество мужчинам и любовь женщинам. Еще старец говорил, Бог добр, Он хочет, чтобы все мы спаслись. Если бы спасение было только для немногих, то для чего бы распинаться Христу? Райские врата открыты всем людям.
лишь бы они покаялись, то есть отдали бремя своих грехов Христу. И тогда они свободно пройдут в райскую дверь. Тот герода Паисио, тон протосинадиса, лигу эксо эдо от то каливаки ту, ихаме эрти. Первый раз я видел старца Паисия за кельей. Мы пришли к келье, обошли ее, никого не было. И когда стали уходить, увидели на дорожке какого-то старичка, очень худого, в подряснике. Он спросил, кого вы ищете, чадо? Мы ответили, старца Паисия. Тогда монах этот сказал, ну где же вам найти сейчас старца Паисия? И мы тогда ушли на другую сторону кельи. Проводник забеспокоился, говорит, что мы здесь ходим, если все равно старца Паисия здесь нет. А потом, когда мы шли и беседовали, я понял, что этот старичок, сладкоречивый и худой, это и был отец Паисий. Сейчас покажу то место, где я впервые увидел старца Паисия. Да, я понял, что этот старчик, сладкоречивый и худой, это и был отец Паисий. Я ожидал какого-то важного, производящего впечатление какое-то. А встретил такого немногоречивого человека, простого. И это мне очень понравилось. Мы должны знать, что верные, которые хранят заповеди Божии, они принимают благодать Божию. И Бог, можно сказать, обязан помогать им в эти трудные годы. Зло же уничтожает само себя. Мы видим, например, что появляются какие-то странные болезни. И мы видим, что не Бог уничтожает злых людей, нет, а эти люди уничтожают себя сами. Не Бог их наказывает, а сами люди себя наказывают. Исчезают с лица земли те люди, жизнь которых не имеет смысла. Надпись «Закрывайте крышечку». Здесь у отца Паисия был лукум. У старца была записка, на которой было написано «Берите это благословение». Мы подходили, брали лукум, пили воду и таким образом угощали сами себя. Молитвами старца. Отец Паисий плел четки и дарил некоторым паломникам. Еще он вырезал кресты из кипариса и тоже раздавал. Он очень любил природу и был связан с природой, с цветами, с деревьями, с растениями. Он беседовал с любым приходящим к нему человеком, будь то самый неграмотный или с преподавателем университета.